Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжая наши уроки о музыкальной ритмике, мы не можем не обойти с вами очень важную, серьезную тему — тему сложных размеров. Как мы с вами уже говорили, большинство, подавляющее большинство музыки написано в размерах простых, и, скорее всего, это размер 4 четверти. Он понятен, он близок, в нем легко ориентироваться, ну и слушателям, ну и, конечно, музыкантам. Но специфика развития музыки говорит о том, что мы, ну, категорически отстали. Вот даже если отстали в смысле развития вот сложно-метрической такой музыки, то есть развития сложных размеров. Ведь даже если взять музыку, скажем, 19 века, академическая, мне кажется, что вот процент музыки, написанной в размере, отличающейся от дольной, от двух или четырех четвертей, в процентном отношении был гораздо выше, нежели сейчас процент произведений в сложных размерах в общей совокупности музыкального материала. Вот. А тем не менее музыка развивается, и если в части гармонии она уже настолько богата, что очень сложно представить себе, куда будет развиваться музыка в плане гармонического как бы наполнения, то вот в части ритмики мы находимся, можно сказать, в начале, особенно в части сложных размеров. Значит, для того, чтобы понять, что такое сложные размеры, давайте поймем, что самые распространенные ритмы в академической музыке, да и в популярной музыке, собственно, простые. 4 четверти, ну или 3 четверти, или вальс. Или разновидности трех четвертей, три восьмых или шесть восьмых. Вот это как бы академические размеры, которые нам понятны и нам близки. Вот сложный размер — это размер, например, 5 четвертей, 7 четвертей, 9 четвертей, 11, 13, да сколько хотите. И здесь вот вы должны знать одну интересную вещь. Я вам, конечно, сегодня попытаюсь это чуть-чуть проиллюстрировать, но вот это те знания, которые вам нужно проанализировать с точки зрения иных понятий, иных знаний, которые существуют в мире. Как в математике. Вот вся математика начинается с чисел. Числа, как известно, есть простые, есть сложные. Сложные или составные. Простые числа, они делятся только на единицу или на саму себя. Это единица, двойка, тройка, это пятерка, это семерка, это число 11, 13, ну и так далее. Все остальные числа являются сложными или составными. То есть 4 — это не просто 4, 4 — это 2 и 2, а 6 — это 2, 2, 2, или это 3 и 3, и так далее. А 10 — это 2, 2, 2, 2, 2, или 5 и 5, и так далее. Вот. И главное, что математики вот к этому относятся очень осознанно. Если их спросить, назови мне ряд там, простых чисел, то он их назовет как отче наш, как таблицу умножения. Потому что каждое число имеет характеристику, и математики к этому относятся совершенно иначе. Вот так же в музыке. Сложный размер — это не что иное, как сложное составное число. Ну, по аналогии с математикой. То есть размер, например, 5 четвертей — это взаимодействие 3 четвертей и 2 четвертей. Вот, собственно, и все. Но в сложных размерах везде существует триольность. Я вам могу сказать такую вещь, она может, вы можете к этому никак не относиться, но если гипотетически предположить, что музыка есть земная и условно там небесная, то все-таки небесная музыка, она строится на чем-то трехдольном, то есть размеры трехдольные или трехчетвертные, которые существуют в основном в ритме, все-таки они ближе туда, ближе к образам Творца. Поэтому это важно изучать. Музыка на четыре четверти, она более приземленная, она более земная, значит, художественные эстетические задачи у нее значительно ниже. Ну, если, конечно, для нас это важно. Итак, это первое, что вы должны знать, математика. И третье, вот, например, в индийской музыке вообще не существует такого понятия размеров. Там существует постоянное чередование троек и двоек. Я не очень глубоко знаю эту концепцию, но я знаю, что
вся их мелодическая фигура — это сплошные тройки, двойки та-та-та-та-ту-та-ту-та-ту-та-ту-та-ту-та-ту. Или, например, две двойки, тройка та-ту-та-ту-та-ту-та-ту-та-ту-та-ту-та-ту. И вот из этих комбинаций двоек и троек, вот таких вот ритмических групп, индусы могут создавать огромные такие вот ритмические пласты, и одна какая-то законченная фраза может включать в себя бесконечное количество этих ритмических модулей. И, в принципе, у нас в музыке тоже это должно быть и должно быть приемлемо. Потому что ритм — это понятие единое не только для музыки, но и для всяких разных культур. Например, для поэзии. «Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел». Что у нас происходит? Идет триольность. Та-ту-ту-та-ту-ту-та-ту-ту-та-та. И одна пауза в конце возникает. Вот смысл этого стихотворения. А из-за такта. «Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз». Тоже существует ритмика. И если, например, писать песню вот на это стихотворение, то понятно, что оно будет триольное. Можно, конечно, сыграть по-другому. Можно это все выложить ровно. И получится, но характер литературного произведения от этого пострадает. Вот. Итак, комбинация троек и двоек дает нам сложные ритмы. Ну, в середине 20 века это было каким-то откровением, когда появился там Take Five Дэйва Брубика. Играем на 5. Эту тему. Вот это 5. Раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два. Попробуйте про себя почитать эту фразу. Раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два. Раз, два, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два. Вот вам пример такого составного размера. То есть есть 5, но эти 5 делятся на тройку и двойку, и внутри идет вот сначала счет бита, раз, два, три, раз, два, когда это все становится естественным по восприятию, дальше это делится на пульсацию, та-ту-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 та-ту
и на 4. Та-ту-ба-та-ту-пам, там, та-ту-ту-ту-ту-пам, пам. Если, например, поменять та-ту-пта-ту-ту-пта-пта-ту, то есть сделать двойку и тройку, поменять местами, то изменится характер музыки. То есть 5 четвертей нам еще, если написан такой размер, то нам он еще ничего не говорит. Мы должны понять, как же все-таки этот такт внутри разделен. Согласитесь, это совсем другая музыка. Да? Вот. Ну и дальше давайте попробуем. Я вам поиграю разные ритмические фигуры, и вы просто услышите, как, какое интересное ритмическое движение начинает возникать. Самое интересное, что когда исполняется сложный какой-то размер такой составной, то обычно для обывателя-то это никакого значения не имеет. Даже большие профессионалы не так быстро могут определить, что же происходит внутри, какой же размер. Но это важно, потому что сильная доля, ее никто не отменял, она должна существовать. Вы слышите раз. Вот, раз. Раз. Попробуйте сами понять. Во-первых, для того, чтобы понять размер, нужно понять пульс, ну, пульсацию. Не пульсацию, а основной бит. Та-т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 а. Вот он. Есть какие-то вариации? Раз, два, три, четыре, раз, два, три, раз, два, три, четыре, раз, два, три, раз, два, три, четыре, раз, два, три. Вроде так и незаметно, то есть идет что-то такое постоянное, плавное, но это размер 7 четвертей, он достаточно сложный.
4, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Даже если точнее, 2, 2 и 3. Давайте сделаем что-нибудь сложнее. Вот это опять 7. Давайте теперь сделаем какой-нибудь размер просто на 3. 1, 2, 3. Вот просто 6. Слушайте. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Раз, два, три. А вот теперь к этим шести добавим еще 3 и 2. Что у нас будет? Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, раз, два, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, группа уже на 11/8, то есть это уже совсем сложный размер. Конечно, в запись мы будем писать 6, потом 5, но зачем нужен такой сложный размер? Этот размер нужен для того, чтобы наша музыкальная фраза, наша мелодия, она находилась внутри этого длинного такта. Ну, давайте попробуем, просто поимпровизировать. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два. Находится внутри, и она не делится. Не делится, то еще нужно воспринимать именно так. В академической музыке бывают такие вот особенности. 19 век, начало 20 века дало нам огромное количество гениев. Понятно, что они, не покладая рук, трудились, тратили огромное количество времени на музыку, они получали какие-то идеи, они это все воплощали. Шостакович, Прокофьев, Рахманинов, более ранние композиторы, и квалификация их, конечно, не вызывает никакого сомнения. Но бывали такие случаи, когда вот ты читаешь партитуру, там стоит какой-то ровный размер, и вдруг по музыке ты понимаешь, что доля-то сильная по логике находится совсем не в том месте, где написано в нотах. Но вот такое случается. Такое случается, начался раз, а в такте он находится где-то на третьем месте. Но оркестр как-то это читает, дирижер это как-то дирижирует, то есть музыка как-то получается, но есть определенная нелогичность. Есть нелогичность, а значит, есть неверное, не совсем корректное, не идеальное, не абсолютное исполнение произведения. Такое бывает. Такое бывает и в академической музыке в том числе. Поэтому вот об этих сложных размерах нужно просто подумать, но теперь вы знаете, что они все делятся, и нужно настраивать свое восприятие ритмическое на вот такой анализ. Ведь даже исполнения в простом размере в 3/4 могут вызвать определенные сложности. Вот вроде 3/4, да? Раз, два, три, раз, два, три. Этих 3/4 находится 6/8, та-ту-та-ту-та-ту-та-ту-та-ту. И если мы этот навык не развиваем, то наше восприятие ритма будет тянуться сыграть четвертую группу, то есть превратить это все в 4. Так возникает. То есть работа с размерами — это как бы отдельная работа с ритмом. Берется размер, вот самый простой, 3. Долго вот так вот нарочито вот сидится, это все это долбится, чтобы вот эти 3 вошли в ткань, да, потом там раз, два, три, раз, два, раз, два, три, раз, два, и чтобы это все дошло до автоматизма. То есть вот руки играют, а в это время мы с вами
рассказываем новости друг другу. Вот когда это происходит, когда мы можем читать какое-то стихотворение, беседовать с человеком, при этом в идеальном ритме все это исполнять еще при этом, включая метроном, вот тогда мы дошли до понимания того, о чем мы сейчас с вами разговариваем. Есть один такой классический пример, который я вам хочу рассказать, и, собственно, на этом закончить тему нашего урока. Есть такая известная поговорочка наша, прибауточка: «Три татушки, три тата, три татушки, три тата». Вот. Если мы посчитаем количество слогов в этой прибауточке, то их там будет 7. Три татушки, три тата. Если это представить введено, то это будет 2/8, 2/8, 2/8 и четверть в конце. Раз, и два, и три, и четыре. И. Четыре и не произносится, то есть там идет четверть. Так вот, попробуйте эту фразу посчитать не на 4 ровных, а на 7. То есть выкинуть вот эту вот последнюю четверть превратить в восьмушку. Три татушки, три тата, три татушки, три тата, три татушки, три тата, три татушки, три тата. То есть фактически три татушки, три тата — это такая примитивная модель вот той индийской музыки, о которой он говорил в начале уроки. То есть двойка, двойка и тройка. Три татушки, три тата, три татушки, три тата. И вот проговариваю вот эту вот скороговорочку. Три татушки, три тата, три татушки, три тата, три татушки, три тата, три татушки. Вы настроите свое восприятие на исполнение вот сложного размера. Сложного размера в данном случае это будет 7/8, который, соответственно, делится двойка, двойка и тройка. Вот это полезное упражнение. Для этого даже не нужен метроном, не нужен инструмент, просто в своем сознании вы вот это вот бормочете и очень сильно разовьете свой навык ощущения и исполнения сложных размеров. Спасибо вам за внимание, до новых встреч!